Всем здравствуйте! Об уходе в мир иной талантливого кинодеятеля рассказала журналистка Маргарита Симоньян. Трогательный пост в память о близком человеке она разместила в соцсетях. Известный режиссер, сценарист и продюсер скончался сегодня, 19 октября. Для главного редактора телеканала оборвавшаяся жизнь Давида Киасаяна стала действительно тяжелым потрясением, ведь он являлся родным братом ее мужа. Сам Тигран Эдмондович пока никак не комментирует случившееся. Говоря о том, что не стало близкого человека, Маргарита Симоньян призвала поклонников помолиться о его бессмертной душе. «Я не знала других настолько светлых, свободных, жизнелюбивых людей. Джана нельзя узурпировать ветер. Говорил наш брат, наш друг, родной наш Давид, старший брат Тиграна, единственный родной брат», написала в расстроенных чувствах журналистка. Напомним, что 61-летний Давид Киасаян окончил факультет журналистики. Много лет кинодеятель проработал в Савэкспортфильме. В конце 80-х старший брат известного кинорежиссера уехал в Индию, где долгое время представлял организацию. После распада СССР режиссер и сценарист вернулся в Россию, возглавив агентство, продуктом которого являлись многие популярные телепроекты, а также рекламные и музыкальные клипы. Далее Киасаян-старший получил бесценный опыт в качестве директора по производству и продюсера, после чего управлял кинокомпанией. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока.